Всем добра и здравия, дорогие друзья, с вами Катархонт, это Мамлюки, Европа Нисалис 4, колыбель цивилизации. И наши мамлюки свою колыбельку-то раскачивают и стараются становиться все сильнее, сильнее, сильнее. В целом, сразу же извиняюсь, вы реально мне писали, и не зря, да и сами это замечаю, то, что я очень неправильно отношусь к рекрутам, очень сильно им разбрасываюсь и все остальное, но вот такая вот моя привычка, наверное, после игры в мод Империум Универсалис за тевтонов и за спартанцев. То есть вы можете это посмотреть, кто не видел прохождение, не очень интересно реально, то есть необычный мод. Но там просто, когда ты становишься сильным, ты начинаешь доминировать. Я вот так к этому привык, что и сейчас я вот так же делаю. Плюю на рекрутов, просто в атаку, типа я и так силен. Но это неправильно, то что вначале мы еще не сильны, мы относительно равны со всеми, ну не считая то, что количество войск. Кроме того, у меня стиль сам по себе такой, что я очень агрессивно играю, и это немного подбивает порой. Поэтому, сами понимаете, так что надо аккуратно. В общем, что у нас есть? У нас есть возможность взять баталии, кстати, в январе 40-50 года. И как раз к этому моменту мы можем наши войска уже подвести ближе к битве, да? Давай, мы получили возможность напасть. Теперь смотрим. По логике нас должен поддержать Караман. Ну, благосклонность к мамлюкам и отношение к врагам, типа, да? Да, не хочет, не хочет. Можем изменение коррупции, да, брать уже при таком раскладе. Неплохо, 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 у нас экономика в плюсе. Нам надо просто дождаться конца месяца. Все, наверное, хватит муштровать вас. Вы молодцы. Так, пополам если разделю, нормально будет. Так, 10, 12, 14, 16, да? Сюда не войдешь. Ты никуда вообще не входишь. Тогда идешь сюда, а вы идете сюда. Да, аккуратненько. Так, теперь надо пару месяцев подождать, иначе мы получим бу-бу-бу. Так, отлично. Здесь осман отбивал до этого территории, сейчас увел войска. Венеция не может быть нашим соперником. Так, это повод сменить соперника, да? И кого мы поставим? Французов или Акаенлю? Францию поставить, конечно, было бы неплохо, но давайте Акаенлю. Страдаешь, да, от истощения, обидно. Так, хорошо, все. В целом можем влетать. Сюда давай тебя поставим, объявляем войну. Никто не вступается за осман, мы берем завоевание провинции. Унижение противника, вещь, конечно, очень интересная. 6,2 усталость войны, кстати. Еще прекрасная, прекрасная новость. Тогда вообще прекрасно. Влетаем. Я, конечно, еще и на четверке играю, да-да-да-да-да, ребят. Это именно то, что делать вообще нежелательно как бы в игре. Садный корпус. Ну, почему бы не порисковать? Так, что там с флотом у осман? Ничего нету, да? Флота по логике у него это и нету, да? Поэтому можем немножко даже заставить его помучиться здесь. В мира потеряли влияние. Взяли кучу стран и занационализировали еще территорию. Прекрасно, как прекрасное событие это, да? Он готов право прохода дать, но нужно ли нам оно? А ты вступиться не хочешь. Да, но они все осман любят. Они типа все любят османа и ни за что, никогда против него не войдут. Вы чё? Это же осман. Куда против него-то воевать? Если он против меня выйдет, конечно, то придется туговатенько. Так, а что у нас с вами есть? У нас с вами защитник веры есть. Ха-ха. Боевой дух, конечно, неплохо. Измени престижа тоже, но стоимость эхов. Плюс 10, не хочется сейчас брать это. Нас с противником здесь объявляют. Опа-на, поехала, поехала, поехала дело. Вон сколько войск. Зараза, зараза, зараза. Так, собираемся. Надо быть готовыми к этому делу. Любая ошибка уже начинается ошибка. Здесь мы будем воевать в Высокогорье. Ой. Плохо дело, плохо дело. Хотя у него третий воентех. Можем на этом выехать. 25. На всякий случай надо этих бы подвести тоже. Ой, нет. Нет, мы рубим его. Тактика решает. Тактика очень сильно решила. Ой, как мы просто покрошили. Ой, как мы покрошили. Да. Я надеялся на большее. Осман, я надеялся на большее. Вот реально, осман, ну что это такое? Меркантилизм плюсов. Это слишком легко.
Но он уже не готовый, все. Он, кстати, не замирился. Но мы пока дальше пройти не можем. То есть у него усталость очень большая. Мы сейчас еще ему усталость увеличим. Хасикиев. Да, он воюет там. Ну, я его не мог урвать. Да даже если помог, то смысл. В целом нам это и не надо. Так, нам надо отношения поулучшать, чтобы в случае захватов больших у нас здесь ничего не было, да? Так, здесь отношения улучшены, улучшены, улучшены. А, нас обнаружили, да? Ну, такое себе. Так, опять армия, опять большая. Но мы потом, скорее всего, на проход встанем и не будем париться с этим. Ой-ой-ой-ой. Как ты отлетаешь каждый раз? Как ты отлетаешь? Ничего не меняется. Он же просто отлетает, поймите. Все. Итого. Эта армия у нас идет сюда. Эта армия сюда идет. И вот эта армия сюда идет. Ты пока сюда. Посмотрим, что я как. Надо аккуратнее быть. Так, у нас тут есть, да? Так, перешеек возьмем. Тем самым он будет атаковать с минусом. Это нам в плюс. Рекрутов почти всех убили. Да он, блин, поубивал моих рекрутов. Зараза такая. Не, ну в целом он молодец на самом деле, в этом плане. То есть он делал то, что надо. То есть надо было рекрутов убивать, он именно это и делал. Так что я бы даже сказал, красавец. Истинный красавец. Так и надо всегда поступать. Он поступил ровно так, как и должно было быть, собственно говоря, в этой ситуации. Давай возьмем эти земли. Отлично. Ну, мамлюки, хотел сказать. Пилится вообще без проблем. А, он замирился, да, замирился. Но это плохо, потому что он сейчас может на нас пойти все гурьбой. Мамлюкские сепары и рис... Мамлюкские... А, партикуляристы. Я уж такой смотрю, типа думаю, что, типа, кто? Ну, они вот здесь вот хотят восстать. Здесь крепость рядом есть. То может их немножко сподвигнуть на то, чтобы передумать. А наши вассалы все в одну провку просто идут. Да, пограбим, кстати, немножко земелек. Из Эфиопии приходит письмо. Ироничный ответ, конечно же, типа... Че, вздумали власть надо мной получить? Посол задержан, хорошо. Ну, хорошо-то такое себе, хорошо. Так, там сколько где? Там 25 тысяч. Ну, усталость большая. Но пока мы не возьмем крепости, и у нас не восстановятся рекруты, то... Я особо туда рваться не хочу, знаешь ли. Рекрутов пока 311, поэтому... Такое себе дело. Так, сделать поддержку можем. И потребовать сейчас очечки, да? Да, можем. Можем поддерживать. Попросить поддержку. Вот так вот. Чтобы технологий было больше. Так, войска у врага не уменьшаются. Это логично, кстати. Так, ну у нас уже качество получше в плане боевого духа. Но он тоже военных 4 взял, как я смотрю. Да, взял. Мамлюкские эти. Ага. Мея средняя 60. Размер военных культуры Черкесия. Строительствуется правителем. Ой, то есть смотри, можем альтернативного сделать, но зато типа сильный. Размер военных традиций. Угу. У нас почти... Армии 12%. Вау. Неплохо. Ну, вообще, размер военных традиций как бы получить было бы неплохо. Сирийская. А тут нашего египетского, да? А что будет, если... Мы выберем, типа, вот так вот. Нам все плохо будет в государстве? У нас прям все хреново пойдет? Растратчик, это ладно, это экономика. Перетерпим. Диарбакыр, 13к. 13 косиков, конечно, немало, я бы тебе сказал. Думаю, разберемся. Так, Шейхуль-Ислам. Так. Знаменитый суфи будет нести титул с подобающим достоинством, сдвинуться в мистицизм, сдвинуться в легализм, сдвинуться просто лояльный. Шейхуль-Ислам, доход от налогов. Ага, веротерпимости можем, либо к легитимности, либо можем просто доход от налогов. И, ой, конечно же. Отлично, вот так вот. Так, вообще сейчас очень идеальный план на то, чтобы пересечь все это добро, да? О, хороший монах. Хороший монах, хадр хороший, вообще прекрасный. Только надо аккуратнее сейчас действовать. Ну куда ты?
Вот сейчас ты очень рискуешь, пойми, ты понимаешь то, что ты рискуешь? Предательство, предательство. Эмиры потеряют Трасдисконе. Что рекрутов провинции? Покарать. Трансиордания. Иордан вот здесь вот вообще. Где-то здесь. 4 области плюс 8. А мы не переживем. Такие восстания у нас тут. Ну я вообще будем. Ну что поделать? Судьба тяжелая. Война войной. Так, а что там у мамлюк? А, у них ничего нету особо. Надо бы помочь в осаде так-то. Так, а здесь вот может быть больно. Но нет. У нас что-то слишком большой боевой дух, я бы тебе сказал. Где-то как-то 4, по-моему, очень сильно смотрится. Двухгадерицкий сепар. Их не должно быть много. Да, он нам уже, можно сказать, продул по полной. Что-то мы как-то слишком жестоко с ним обошлись, я бы тебе сказал. Ну а что делать? Что делать? Вот согласись, что делать? В коалицию кто там? Долкадери, да, серьезно, вы думаете, то, что меня это остановит? Вообще, только побережье было бы классно отобрать. Османы типа фигня, Джандар тоже. Вот так вот можно взять. Крым еще. Крым вообще вылетит в скором времени, то есть ему вообще пофиг должно быть на это. То есть мы можем забрать вот так вот, тем самым побережье под свой контроль, где большое большинство количества крепостей, и тем самым мы будем прям идеальненько здесь сидеть, да? Но тогда Караман, скорее всего, выпадет из нашего союза. Это не есть хорошо. Мы можем попытаться сделать вот так вот, получать отношения пока. Там у нас тогда будет союз, ну, соединение уже с Византией. Это идеальненько. Возрождение. Прекрасно. Просто прекрасно. Где оно у нас? Конечно же, в Милане. К нам оно не идет. До нас далеко. 99. Прекрасно. Я думаю, бить остатки войск это будет уже издевательство. Мы уже столицу взяли так-то. Так. Крым все равно, да, вступает? Нет, Крым не вступает при таком раскладе. Идеально. Идеально, я бы тебе сказал даже. Идеальненько. Мы откинем его тогда сюда. Булу взять бы. Да, тем самым Крым вступается. Османов не будет, так Энлю не будет, Дулкадеридов не будет, тогда они вступиться не могут. Можем еще вообще вот так вот взять, но это... А мы носил вас вообще. Претензию-то делали, да, изначально? Мы тем самым... Вот так вот еще было бы логичнее забрать. Тогда... Зависимость гарантируется к Кейнлю, перемирие до 57 года. Да, сейчас идеально тогда разыграем с ними ходы. Сохранюсь, да, сохранюсь однозначно, потому что кто его знает к чертям, к чему это приведет. Я знаю, что это очень опасно. Я знаю, что у нас очень мало транспортов. А, 11 транспортников, нормально, кстати. Не так уж и мало. Побережье будет наше. Ну, еще две монетки, давай. Конечно. Та-дам! Там-там-там-там! Просто сверхрасширение 82. Да плевал я на ваше сверхрасширение, да, называется. Денис 18, 16 был, где-то 16. Прям идеально просто. Просто идеально. Османская Анатолия. Теперь он бессмысленно здесь будет корпеть над этими землями. Пускай радуется тому, что они есть. Ага. Здесь надо поднять автономию. А здесь, я думаю, мы сможем расправиться, да? Сколько у нас там предлагают? 27 мамлюкских дворян, 12 сирийских, османских 24. Ой, нормально. Не так уж и страшно, с учетом того, что у нас так-то все неплохо с вами. Да, здесь крепость вот эту можно, я думаю, убрать. Без этой поживем. Караман пока держится, но, скорее всего, жизнь затеплится скоро. Джанхар вступит, Трапезунд нет, Акенлю нет, Эмеретия нет. Крым может вступиться. Византия нет. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Называем шпионов нафиг. Нафиг вас. Так, что у нас здесь выходит? Надо переехать. А зачем мне переезжать, если я могу сделать вот так вот? Караман, ты ведь меня не кинешь? Нет, 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 не кинешь. Попросить проход войск. Нет, не кидает. Молодец. Хиджаз, да.
Отлично, все. Мы получаем проход войск через него, и в целом нам пофиг на то, что там что-то есть, чего-то нету. Так, здесь у нас 6-2, здесь 6-2, это 12, получается целая армия. Мы ее отправляем вот сюда. Вот. Мы на тебя, естественно, начинаем... А, у нас есть претензия на Малайзию, да? Да, есть, прекрасно. Мы тогда делаем тайное создание штати еще сюда. И скоро можем присоединить наших вассалов. Смотри, за 10 лет... Вполне так себе неплохо. Расширились. Как бы показали врагам, где что как, где к чему, зачем, почему. Так, тоже уйдем куда-нибудь сюда. Я не хочу повышать автономию, пускай восстают. Я думаю, мы разберемся с вами вполне себе адекватно, без проблем каких-то. Османов унизили, это хорошо. Они очень много развития потеряли. Так, обратите провинцию Сайда, стереть долгодеридов. Кстати, неплохо. Давай возьмем. На 4 года нет, слишком долго. Давай обратить Саиду, да? Был бы шанс, мы даже если возьмем этого... А, хотя если мы возьмем, то тогда у нас будет шанс. Но экономика, опять же, знаешь ли, трещать будет под швам от такой идейки-то. Погнали. Сколько нам смысла с рекрутов установить? Немножко совсем. Давай тогда делаем то, что делали до этого. Муштруем наши войска, муштруем. Муштра — это наше все, да? А у нас по экономике что? На искоренение очень много уходит, да? Давай, кстати, искоренять, а не терпеть это дело. 5,8, да, тогда будет. Здесь вот, конечно, крепость удобная. С другой стороны, нам здесь вот крепость точно не нужна. И вот это на перешейке не помешает. Вот с этой, возможно, да, можем убрать, кстати. Вот эту крепость можем убрать. Так, экономика 3,9. Ну, это все искоренение коррупции тратится. Вот сейчас занационализируется все дело, и будет намного проще. Пока пускай наши войска муштруются. О, смотри, получил одну... Маневренность. Прекрасно. Мне вообще нравится теперь эта система муштры. То есть она реально выглядит прикольно. Во! У нас еще и этот на осаду поднялся. Прекрасно. А типа они муштровали, они теряют. А, ну да, постепенно в боях же они пополняются, они по логике теряют муштру. Профессионализм плюс 15,79. А, нам будет лучше без османского вмешательства. Смотри-ка, они кинули их, можно сказать. Кинули на прогиб почти. Так, надо здесь улучшить отношения. У нас это, к счастью, не так особо без проблем пройдет, мне кажется. Поэтому делаем. Здесь у нас... можем уже, да? Можем, прекрасно. Прекращаем тогда, отзываем шпионов. А здесь у нас выходит с османами, да, союз? С османами? С османами. Здесь его шансов-то нет, друзья, поймите. Я сейчас создам десяток галер еще. Даже, наверное, двадцатку, почему бы и нет. А, мы не можем столько содержать галер. Ха, тогда десяточку, да. Тогда я переборщил, наверное. Давай десяточку. Название шаблона сделаем. 100 монет, 107. Ой, он опять же да, он переберет. Он на ту сторону перекинет в сбор, и мне это будет неудобно. Два, сколько там их? Три. Типа я без этих поживу. Юсаф подозревает меня в Византии, Медрих Бахри. Ой, вассала своего убрал. Тьфу ты. Я думаю, какая-то левая страна, а в итоге... Так, пополам. Где тут разделить? Что-то немножко теряюсь пока в новых этих, но привыкну со временем. Думаю, это несложно. Ко всему постепенно привыкаешь, поэтому... 15,94. Нормально. 16,01. 16,09. Типа постепенно так растет. Мы британские беженцы. Конечно же, примем базовый налог. Себе поднимем. Сивас. О, еще 2 месяца у нас все занационализируется. Ну, Гранада, к сожалению, мертва. Можно было ее, конечно, спасти. Типа дать ей гарант и все такое. Но зачем? С Караманом отношения максимальные. С Крымом тоже скоро будут такие же. Так, здесь что у нас? Военный союз с Кейнлю, да? Здесь перемирие у нас до 57-го. Здесь перемирие тоже июнь 61-го. Вообще, ух ты. Как говорится, разница-то большая. Мы можем уже, кстати, присоединить. Давайте, наверное, с тебя начнем сначала, да? А, 10 ноября 54-го. Все логично.
Все логично. Вполне себе. Подождем пока с этим делом. Что у нас можем здесь вывести? Деньги, 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 деньги. Инквизитор. Отлично, санкционизировался. Сейчас с деньгами станет вообще хорошо. Вообще должно стать деньгами. Да, уже с деньгами хорошо. Но мы пока искореняем, потом вообще будет прекрасно. Так, легитимность, казна. Потерять легитимность и престиж, либо денег. Денег. По-моему, логично. Как бы из всего этого мне деньги менее всего нужны. По дипломатии. Вот у нас что? Что у нас по коалиции? Кракенлю на грани, да? На грани эти. Караман. Ну, Караман в связи Крыму унизим. Крыму унизим. Звучит, конечно, мощно, да? Невероятно, я бы даже сказал. Качественная шерсть. О, денежки возвращаются. Прекрасно. Денежки возвращаем себе. Где там ноябрь? 88, а тебя сколько стоит? У него войск полно. Давай сначала тебя присоединим. Хотя потом этого будет сложнее присоединить, потому что здесь отношения улучшены. Он как. Типа до конца года продержим сейчас Крым. Там уже начнет падать само по себе агрессивное расширение. Все. Все, до конца года додержали. Это самое важное было. Так, Каракенлю. Кого можем поставить? Польша, Франция, Дания, Кастилия, Англия. О, знаешь, так, Францию. Давай сюда. Типа французы. Здрасте. Город. Доход налогов, улема. Поддержка святынь. 20% от налогов. Ой-ой-ой. Нехило. Так, две монетки-то, знаешь ли, потерять. Ага. Сдвинуться легализма. Сдвинуться месяцем. Ну, тут явно легализм, потому что там автономия. Здесь вариант однозначный. Так, что у нас тут? 22, да? Ни туда, ни сюда, знаешь ли. Вообще ни туда, ни туда. Ни туда, ни сюда. Это однозначно. Вот прям. Это про нас. Вот наш флот вместе давайте соберем. Но я не думаю, что османы особо большой флот будут делать. Даже если буду делать, то мне как-то на это пофиг. Мой все равно справится. Мой должен справиться. Так, мы можем сюда еще поставить вот этого. И тоже давай муштру включим. Тоже муштра. Своеобразная. Улема набирают тело. Не страшно. У нас по военке 20 почти. Стоимость наемников. Доступные наемники. Осадные умения. Ух ты. Вообще очень классно это выглядит. То есть система мне нравится на самом деле. Присоединение из армии в год. Шанс появления 5-5. Чем больше войска, тем больше. Но это уже знаешь, когда будет потом, ближе к концу игры, когда уже реально большие армии можно содержать в одном месте, тогда да, это будет нести большой смысл. Здесь можно получать пока, я думаю. А, точно. Но ее вассалом раньше времени делать не стоит. Так, купеческие гильдии у нас немножко... Да, немножко того. Тут на низкая прибыль с торговли. Ей бы лучше не рисковать, да, сейчас. Можем деньжат потребовать с нее. Но все равно от этого. Можем потребовать... Деньжат лучше потребуем. Экономика тем самым станет лучше. Доход от налогов, да. Если уберем, сильно пострадаем, на самом деле. Ой, эффективность миссионеров есть дешевая. Все, погнали. Нам сойду, ведь там надо, да, надо было, да, сойду. 83. Долго, это сколько лет-то? Ой-ой-ой. Но мы можем сюда улемов воткнуть. Да. Да. И улемы у нас здесь слишком обнаглеют тогда. Ага, эти щедрые подношения я не могу до 62-го. Вот все здрасте. И зачем я сюда улемов воткнул? Чтобы нас беспорядки поменьше уменьшить. Логично. Ладно, логично. Соглашусь. В этом есть какой-то смысл. Интеграция завершена. По лимиту мы не переборщили. Можем оставить эти две пехотки и направить их сюда вот. Угу. Отношения наконец у нас освободились. Само по себе вообще прекрасно. Так, теперь мы можем сделать вассалом тебя. Тем самым у нас тут вообще мощный такой блок, знаешь ли. Так, улучшаем отношения с тобой. О, страж святых мест, миссионеры, годовое изменение легитимности. Есть. Просто прекрасно. А мы кто с вами? Мы шафиты, то есть у нас купцов больше. Можем выбрать другую школу, но увидите, нам надо что-то другое сделать. Хотя вот Леони агрессивное расширение было, но там с давасиром надо тогда у нас
контачить. А мне как-то не хочется ни с кем контачить. Мы сами себе с усами. Сами себе с усанины. Давай, муштрой, занимайся, занимайся. А где тут два этих? А, у них типа уже муштра была, 37. Ух ты, неплохо. Какие они, какие у меня молодцы-то. Такое в мирное время муштруешь. Раньше просто стояли без дела, а теперь муштруются. Это очень классно. Насколько, кстати, 18, да? Золотой ордой улучшен. Когда мы золотой ордой отношения улучшили на максимум просто. Зачем? К чему вообще это было? Ну ладно. Почему бы и нет? Караван просто стоит, муштрует, муштрует, муштрует свои войска. Я то же самое делаю так-то. Недовольство. Так, сторону мистицизма. Сторону легализма. Хорошо. Но мне нужно доходы и число рекрутов поднимать, чтобы из техов тоже резать. А пятая еще скидка ни у кого нету, да? Нет скидки никак. Давай возьмем тогда. Ну, а почему бы нет? Пехота мамлюков. Кавалерия мамлюков, да, у нас? Все нормально. Градостроительный проект Каира. Аллах велик. Местное ценоразвитие в Каире и легализм. Хорошо. Хорошо, вообще прекрасно. Мы все больше и больше смыкаемся к моему доходу. Все больше и больше денег у нас течет в нашу казну. Это вообще прекрасно, на самом деле. Так, 19 марта. Здесь март, апрель, май. Нормально, 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 нормально. Как раз успеваем. Включаем всякие там муштрования. Тут у нас то Османская империя, да? То есть мы нападаем, на нас опять османы, типа агрятся такие. О, Кынлю. Такие вах-вах-вах. А мы такие ха-ха-ха. Да? Почему бы нет? Почему бы нет? Две армии у нас пойдут сюда. Одна армия, наверное, сразу же пойдет решать мамлюкские вопросы через Силвас. В коалицию ведь не вступит сразу же. Вообще не должен. Не должен. Так, объявляем войну. Подтверждаем. Ну, понятно, что вначале это вообще будет ни о чем, то есть. Так, 11-го, 13-го, не успеваем. Обидно, обидно. Так, тут у нас проход закрыт, у мамлюков флота нету. Флота нету. Ну, это же прекрасно. Когда флота у врага нету, это очень хорошо. Подбираем земельки-то. Ой-ой-ой-ой. Арагон, мнение, местное ценоразвитие, местное торговое влияние. Местное торговое влияние, давай так. Ой-ой-ой, здесь тоже что-то бобо. Здесь небольшое бобо. Погнали-ка. Хотя, зачем нам за ними бегать? Подумайте сами. Зачем нам бегать за кем-то вообще? Вот объяснить. Вот да. Зачем нам за кем-то бегать, когда мы можем спокойно так сидеть? К нам все равно никто не пройдет. Типа логики в этом нету ровным счетом никакой. Аллах велик. Аллах велик. Хорошо. Как скажешь. Ой, здрасте. Так, 25 тысяч здесь. Вот это уже интересненько. Уже интересненько. Не, ну это реально интересно так-то, если подумать. Бедняки города, да? Местная цена развития дохода. Либо местная цена... Пожалуйста. Я все равно не собираюсь развивать этот город, так что это глупо то, что вы здесь пытаетесь сделать. Ну, он отдал ему пропуск. Отлично. Умирай. Умирай, ничего личного. Ничего личного, пойми. Так, эту армию туда ведем. 25 тысяч. О, у нас осаду крепости стал. Прекрасно. Храм можем со скидочкой взять. Отлично. Мечети теперь нам доступны. Мы можем строить мечети. 0.30, 0.20, 0.20, 0.17. Вот так вот. Ну, в основные места сразу же мечети поставим с вами.
Прекрасно. Еще раз унизить османов. Почему бы и нет? У них, кстати, армия неплохая. Но они ту же самую по логике поддерживают, что и было. Так, сторону легализма, мистицизма, карта религии, легализм, легализм, легализм. Лего, лего, лего. Неплохо. Так, что у нас с отношениями по соседям? Страдают, страдают, страдают. Страдают. Очень сильно многие страдают. Я тоже страдаю от этой войны. Так, вассала пошли отбирать. Молодца. Молодца, на самом деле. Лучшее дело, которое они могли делать, они его и делают. Красавцы просто. Типа здесь 10-2. Давай отсюда. Погнали. Ну ладно, ладно, не погоним туда. Так уж и быть. Нам главное сейчас вот этих османских сепаров убить. Они не проблемные сами по себе, так что нормально все будет. В них проблемы, мне кажется, нету. Так, Анкара взяли. Ну, прекрасно. Еще крепость. Ну, мамлюки теперь будут страдать в этом направлении. Это уже было логично само по себе. Ой, ой, что-то я переборщил, походу, с войсками. Ну, чтоб пострадали, знаешь. Вот так вот. Так, все, можем мириться. А, Кэндлю, нам от тебя вообще по логике ничего не нужно. Будто репарация была бы классная. Я боюсь, то, что его Каракэндлю съест. Вот тут вот, очень сильно боюсь. Мардун бы забрать. И муж, и вот это. И понимаю то, что это слишком много, и я хочу очень многого. Типа уже в коалицию, смотря к Кэндлю, Дулка, Дерида. Если я вот так вот возьму, то здесь в коалицию просто все. Если я вот так вот возьму, то здесь в коалицию в целом никто особо и не пытается вступить. А Мардун забрать можно. В целом курдская культура, почему бы и нет. Просто не дать возможность потом сюда кому-то прийти. Это очень хорошее на самом деле дело. Опыт репарации есть, от претензий отказываешься. Ну и давай договоры с османами, с Санзой, с Джандаром, Дулкадеридом. И рвешь вообще со всеми. Ну и деньги, конечно же, отдаешь. Прекрасно. Прекрасненькое дело. Так, карта религий. Карта этого, да? 0.16 можем поднять. Можем торговлю сильно поднять. Давай 0.16 поднимем. У нас торговли потому что нету как бы пока что. Так, ну теперь у нас есть возможность сходить к османам. 23, 28 тысяч увидеть их. Османы, да, 28 тысяч. Рекруты есть. По сравнению качества армий. Серьезно, 3-1 осман, ой-ой-ой. Деста что-то уменьшилось. Счеты крепости, профессионализм, традиции меньше. Но вообще можем тогда влететь. Я как вижу, можем влететь. Вполне себе так неплохо. Че, влетаем что ли вместе? Ну давай. Один брак с Хиджазом. Погоди. Хиджаз! Ты это давай, не уходи от меня. Не уходи от меня. Можем вообще вскормить Византию на самом деле. То есть можем отдать что-нибудь ей. Она в союзе там с какой-то всего-то навсего Сербия. Поэтому рост. О, меркантилизм, прекрасно, плюс 3. Я даже не буду смотреть на другое. Это типа неважно. Ага. Можем на всякий случай сюда прийти. Но мы и так делаем. Смотри, мы реально осман просто. Боже мой, османы. Они просто крошатся, ребят. То есть, увидели, они просто крошатся как ни о чем. Они вообще ни о чем. То есть, можно было надеяться, что они там будут, я не знаю, сопротивляться, уничтожать нас, еще что-то. Но они ничего не делают вообще. Да, да, что-то даже как-то грустненько, на самом деле. Когда надеешься на осман, то что надеюсь, то, что они что-то будут делать. О, Саиди. Отлично, мы эффективность миссионеров плюс один взяли. Ну, я же хотел этого, я этого и добился. Так, называть Кастамону против Джандара. Ну, блин. Это, конечно, дело хорошее. Но мы столько агрессивки тогда получим. Ну, хотя Кастамону мы со скидочкой будем получать. Отсюда отводить войска сейчас рискованно. Хотя, с другой стороны, мы без 13 касс вполне себе справлялись. Без 13 кассиков. Поэтому справимся, думаю, сейчас. Так, здесь у нас рынок предлагает. Давай берем. Можно уже и рынок построить. Зафигарить себе рыночек, наверное, было бы неплохо. Получение бонуса все-таки. Все такое. Дела хорошие. Здесь торговый район. Вот что классно. Ой, как я сглупил сейчас. Так, 22 апреля. Прекрасно, успеваем. Правда, с минусом. Ой, мы все равно шотаем.
Ладно. Вот так вот. Ага. Ага. Перебор. Недобор. Перебор, недобор. Просто когда ты воюешь ради того, чтобы воевать. Вот реально. Война, 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 война. Одни войны у нас сами с самого начала. Но это просто войны за доминацию. То есть войны, чтобы съесть самых опасных врагов, чтобы потом уже было тебе спокойно. То есть дальше уже войны будут наравне, более-менее такие. Налегке, знаешь ли, без особых напрягов. Ну как Крым подняли, да, из 41, и все, ядерная пала. Прекрасно. Что там дальше у нас осталось? 28 тысяч, те же самые 20. А вот ты зря уходишь отсюда. Вот ты очень зря уходишь. Я не хочу туда входить. Я не хочу туда входить. 27 тысяч мои могут и не зарешать, знаешь ли. Может, кстати, подбивать, а не против. Типа. А нет, он входит обратно. Молодца. Молодца, молодца, молодца. Идея прекрасная, мне нравится. Вместе сейчас затащим. Вот тебе вообще говорю, зуб даю. Зуб даю, вместе затащим. Зуб даю, вместе будем тащить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а здесь что у нас? Здесь у нас местные угодья, 29 тысяч. Да, мы отлетим сейчас. Не успел Хиджазу помочь, он зря это сделал. Ой! Зря это сделал, сказал, а сами просто выбили врага. Прекрасно. Да, именно выбили, ребята, а не что-то другое, а просто выбили. А что, мы в целом здесь можем так вот сделать, половиночку и сюда отправить наш флот. Тунис союз заключил. Но это не спасет их. Осман же не главный противник. Вообще бы здесь надо тоже бы оставить. По красоте-то. А у вас есть чем пополнять-то, кстати? Нет, да, да чем-то находят. Ой. Ой-ой-ой. Вот это может быть очень, очень больно. Сейчас, ладно, потеряем. Потеряем. Петиция, купеческие гильдии под контроль. Ладно. Да, убьет, скорее всего. Или не убьет. Не должен, конечно. Почти. Скажем так, почти. Я, конечно, сдержал, но... Слишком много, да, агрессивки дают? Да, очень много агрессивки дают. Вот репарации тогда... Все отношения рвешь. Платишь нам кучу денег. И мы с тобой заканчиваем. Нам претензии выпал на этот город. Ничего не знаю, я его хотел забрать. Типа дали претензию, почему бы не забрать? Это самое логичное решение, по-моему, из всех, которых я принимал. Рекрутов очень много просаживаем, надо с османами уже завершать это дело. Ну смотри, нам так или иначе вступается в коалицию. Ой, серьезно, никто. А если я дерне возьму? То тут сразу же Каракаинлю, Крым. Друг хочет. Но вычисляем Каинлю, Дулкадиридов, Джандар и Османский, и никто не остается. Но и Дерне забираем. И Дерне это, между прочим, наш путь в Византию. Сказал я. Я понимаю, то, что Византия тоже туда будет обижен. А здесь зато у нас, между прочим, стекло. А если Анкару забирают, то сюда вступается еще Газикумух, Карак... Ой, сколько там их вступается-то, если я еще это забираю. В таком случае с Крымом мы можем улучшить отношения, с Акаэндлю нет, Дулкадирид и Джандар можем решить, османы тоже можем решить, да, отлично. Выплату репарации тогда еще давай возьмем. Ну, я отдельно с мамлюками, ладно, давай я отдельно с мамлюками поболтаю, побазарю, побазарю вот отдельником. Выплату репарации, отказ от... нет... все союзы рви. А, он не хочет все союзы рвать. Да мне деньги-то даже не важны. А, типа с Дулкадиридами союз рвать. Зачем? Объясни. Это нелогично, знаешь ли. 140 монет, вот. Прекрасно. Одну провку. И дерне. А, Карамон, она нас не обижен? Нет, молодец, не обижайся. Не обижайся, все хорошо, мы друзья, мы братья, мы собратья, мы это. А, молодцы, просто одним словом. Да. Без рекрутов. Мы без рекрутов, но молодцы. Вот эта логика, конечно, мне не очень радует. Мы, конечно, вроде и сильные, ребятки, но вот ничего у нас нету. Давайте будем честны, у нас ничего нету. Мы живем просто на хлебе с маслом, да, на хлебе с солью. Рекрутов нема, ничего нема, живем в одиночку, тащим тоже в одиночку, вот, можем национализировать ядерное, кстати. Значит, побрать, врать наши угрозы, Англия, соточку, о, давай, с Англией самое то сейчас отношение получать на халявку, получить дипочку, все остальное, что у нас там кто хочет, сруханские сепары, ой, это много,
Походу много. Где они у нас? Сруханские сепары. Чертим вот это. Вот здесь сюда, скорее всего. Ладно, придется делать вот так вот. И типа у нас уже нету, да, сруханских сепаров? А, срухан сам по себе. Все, у нас нет сруханских сепаров, я тебе сказал. А, это срухан, 8,8. Где срухан-то? А, все логично, вот они где. Смотрю и такое, что-то я не то делаю. Потом осознал, что я не то делаю. Главное было это осознать. В Мадрине надо войска ставить, да? Так, да, надо бы туда войска тогда поставить. Ну смотри, нам войска нужны сюда. Однозначно. И войска сюда нужны. Да, вот эта вот армия у нас идет в Мардин. Вы разделяетесь. У нас нехватка 20 тысяч рекрутов примерно. Да, я прям угадал, смотри. Я, можно сказать, прям с одного такого взгляда. Да, 20 тысяч, я прав. И все. Один месяц. Классно. Что-то как-то многовато, мне кажется, нет? А, мы, кстати, Крым же не обработали еще. Кипр, точнее, прошу прощения. Крым, говорю. Кипр не обработали до конца. Новшество в производстве. Админку, да, возьмем. Это не так страшно. Так, по стройкам. Вообще было бы хорошо построить... Ой. Что-нибудь на рекрутов. Скорбящие семьи. Доход налогов, да. Венгрия. Ой, османов теперь... Короче, османов теперь будут все бомбить. Вот тут реально, османов теперь будут все бомбить. Предательство. Эмиров Саиде. Область Саид. Область Саид. Это, между прочим, я не знаю, что это за область. Типа в моем государстве можешь. Саид, а вот Саид. 5 провок, да? Ух ты. Ух ты, пятеро-то это будет мощно. А, восьмеро. 100 профессионалей за армию. Можно строить склады снабжения. А что за склады снабжения? А что за склады снабжения? Подожди. Что за склады снабжения? Где они вообще? Типа нам сказали, что можно их строить. А что это? С Османской империей воюют. Это зараза. Ну, держи проход. Они теперь, короче, османов все начинают пилить. Это... Знаешь, замкнутый круг. Так, улемы, зимми, в улему, конечно же, терпимость к сеневере. Так вот, берем две этих. Закидываем. Пушечное мясо. Число рекрутов. Не, мы не будем брать у наших вассалов. Народ, это нехорошее дело. Ни к чему хорошему, как правило, это не приводило. То есть, вот такие вот решения. Ну, потому что зачем? Так, здесь отношения давай подбавим, чтобы у нас коалиция не было. Вообще у нас лимит, я как понимаю, огромный, да. Такой же, это огромный. Но мы поели неплохо, так, осман. Османы, кстати, по нам бегают, ой, как жесть. Венгритосики, давайте сюда, пожалуйста. Давайте сюда, венгритосики, чтобы ставить лайкосики, да, им уничтожать, чтобы эти войска просто по полной. Так, что у нас с повстанцем? Долкадерида, Малатия. А, это новое... Это упадет скоро. Сейчас занационализируется, должно упасть все это дело, да. Конечно, я вот это рискованно делаю, ведерное стою. Но можно вот так вот сделать. Можно сделать вот так вот, и тем самым... Так, берем. У нас военка с большим преувеличением. До 65-го года не можем сменить, к сожалению. Ничего сделать не могу, ничего. Так, а можем, кстати... Вот так вот сделать. Экономика чуть подрежется, зато у нас миссионер. О, прекрасно. У нас, правда, денег теперь нет. Как бы все хорошо, но денег-то нету и... Ага, а что я туплю-то? Раз у нас нету рекрутов, но мы все равно стоим без дела, то погнали. А, вот, построить склад снабжения. А, будет стоить 20, но модификатор лимита снабжения. Ага. Вот в чем. Ну, такое себе дело, на самом деле. Я бы не сказал, что это очень нужно. Ну, нам на данный момент. Так-то сам по себе, да. Смотрится в целом прикольно. Здесь не откажу в этом деле. Крепость здесь. Можем убирать. Мы выдерной перешли. Тем самым немножко экономику себе подбодрим. Так, теперь у нас с институтами проблемы. У нас их нету. У нас их нету. Хотя уже распространяется. Смотри, на территорию осман, на территорию нашу. Прекрасно. Так, что мы можем взять? Можем влияние агрессивного расширения взять. А вклад этого нет.
колонии. Нет, тут стоимость военного налога бесплатная, но мы воюем редко сейчас. Стоимость агрессивного расширения. Давай возьмем. У нас большой город. Тридцаточку, да, надо? А почему у нас, кстати, не тридцаточка? У нас 29. А, у нас вот. У нас самый большой город. А где у нас самый большой город? Туда. 24. 22. Самый развитый город 22, серьезно? Да, поднимать, ты знаешь ли, дороговато будет. Хотя, с другой стороны, почему бы и не поднять, но нет. Можем хотя сделать вот так вот. И вообще удыбаться в военку просто далеко. Сдержание армии больше, зато прирост вымышленности есть. Но прирост армии плюс 15, это жесть. Вот хорошее решение. Нужны ли нам стрелковые полки? Вот, вот вообще решение из решений. Ой, серия длинная, наверное, уже, да? Давайте заканчивать. В целом успешная война с османами. Успешная война еще с этим зачисткой земель. Османов еще лишний раз унизили. Показали, что мы можем. Мы зашли, естественно, в Эдерне, потому что здесь смысла отбирать ничего нету. Я разве что потом заберу вот эти вот территория, чтобы у нас здесь был вообще окружение осман полное от всего мира. И потом Османские Балканы будем тоже забирать. Ну, становиться такими, знаешь, османскими, мамлюкскими территориями. Вот как-то так. Надеюсь, вам нравится прохождение, понравилась серия. Поддержите лайком, комментарием, советом и всем до скорых встреч. Пока-пока!